Здоровенькие были, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, мы продолжаем. Да, хотел сказать играть. Не, ну играть мы продолжаем, конечно, я же не ухожу со сервера. И сразу хотел бы сказать, почему будет такой короткий видос, потому что сегодня итоги. Сегодня, я уже, сори, пацаны, не успеваю ничего записать. Выйдет завтра вечером видос. Вот, так что ждите завтра, ну где ближе к вечеру. Потому что я не знаю, успею я или нет. Надо его еще, конечно, записать, вот. Короче, сегодня итоги конкурса на 3 места по 250 тысяч, так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, заходим на мою страничку, обновляем видос, да, покупка Bugatti Chiron, Chiron как-то пизже звучит, вот, вставляем вот ссылочку, вот такой вот специальный сайтик, и нажимаем «Мне повезет». Для работы сервера. Понял. Нажимай, мне повезет. И все, пацаны, 20 комментариев. И очень мало приняло участие. Ха, почти все мои моменты. Комменты. И моменты. Короче, Александр Тарапчин. Александр Тарапчин. Так, включаем VPN, я уже в Украине. А сейчас очень долго будет. Но я, скорее всего, это вырежу. Или ускорю. Посмотрим. Скорее всего, вырежу. Привет, выиграл 250 тысяч на 3-3. Отпиши, плиз. Так, что-то он как-то взрослый для моего подписчика, не знаю, 95-й год, пятнашка. Дети уже, жена. Not bad, я бы сказал. Вот. Красавчик, выиграл 250 тысяч. Может, просто с его странички. Не знаю. Так, второй победитель, надеюсь, его коммент не выпадет. И сейчас вот его коммент просто выпадает, и буду угорать прям. Это будет просто фейспалм, да? Можно загрузить? Походу, пацаны, видос будет не короткий. Мохито. А, мохито-мта. Видос будет не очень длинным, я думал, хотел уже сказать, потому что очень долго грузило. Так. Вот так. Мохито-мта. Семён Малышкин. Ах. Чё, давайте его... А, ну, он онлайн. Посмотрим, насколько быстро он... Давай, друзья. Так, я ему комменти, ничего не могу оставить. Закрытый аккаунт. Не. Так, пацаны, и выбираем третьего. Игрока. Петя Пет. Пет. Эй, если чё, иди Петой... Дофига семёрок. Пето Патросян. Петросян, сори. Патросян. Петросян. Блин, зачем я скопировал? Привет. Ты выиграл 250к на третьей смотре. Отпишись. Отпишись. Вот. Все. Ему отправили. Что-то они все не у меня в друзьях. Странно. А этот мне Семён Малышка не добавляет, друзья. Так, пацаны, вот новое сообщение могу написать. Привет, я выиграл 250к на третьей смотре. Отпишись. Посмотрим, отпишется он или нет. Сможем вообще отправить, да, все. Вот. Давайте зайдем в смс-ки. Я Пете тоже написал 3-1, что ли, смотри. Случайно. Да. А так 20 комментариев, и что-то очень мало приняло участие. Как-то грустно даже, я бы сказал. Посмотрите. Нету. 1, 2. Андрей Сетягин. Вот. Потом Дмитрий Пригодюк, 2-й. Данил, 3-й человек. Мега ТВ, 4-й. Дром Гейм, 5-й. Мохито, 6-й. Пет, 7-й. Вот. 7 человек, ну что-то мало-мало. Ну все, я победителю написал. Кстати, вот, группа Evan Official, ссылочка в описании. Заходите. На этом все, ждите завтра. Завтра выпустим какой-нибудь видосик. Вот. Ну что, всем спасибо, кто посмотрел данный видос, кто ожидал. Не отписывайтесь, скоро будут конкурсы. А может завтра будет. Не, я знаю. Если я запишу один видос интересный, то на... В следующую субботу, потому что я записываю видосы только в выходные, если вы не знали, вот. Если на выходных, вернее, до выходных насобираю информацию для одного видоса, то на выходных запишем еще один конкурс. Вот. Так что все. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, я был Эван. Всем удачи, пацаны, и всем пока.